Так, пойдем приготовим еду, да, для... Поговорить с Пути. Что такое? Он очень голоден, да? Если я не поем, то умру от голода. У меня рыбка теперь есть. Отдает ценный материал с 25% шансом. Мгновенно стошнит. Тухлая смесь. Проникает к вам доверием. Не способствует пищеварению. А, это из какой-то бюджетной рыбки, видимо, да? Они сами не могут? Да, наверное, можно потом повара сделать, но... Пока что хз. Так, специальная трава для... Приготовить блюдо травяной салат. Для компот. Которая съест компот. Съела. Че, никто там не блеванул? Так, ну-ка. Моя просьба выполнена, благодарю вас. Вы мой идеал. О-о-о. Вот так. Дать работу, поговорить, поучаствовать в жизни последователя. Можно сделать подарок, можно удостоить благословения и укрепить доверие. Приказать что-нибудь найти и съесть. Отправить спать. И пока не пройдет усталость. Компот, держи подарок. А, вот, смотрите, ожерелье. Дать, чтобы укрепить доверие и избавить от необходимости спать. Доверие и продлить жизнь вдвое. Во, давайте так... Компот один из самых новых последователей, поэтому... Плюс доверие, здесь почти левел ап. Стоп, я хочу левел ап. Я хочу левел ап. Держи большой подарок. О, какая милая игрушка. А, не хватило. Эй, не хватило. Ну, теперь надо благословить, получается. Укрепить доверие. Опа, левел ап, нет? Походу, да. Прекрасно, доступно откровение, просьба выполнена, куча всего полутали. Получить откровение, хорошо. Поселение второго уровня, улучшенный храм-алтарь, больше преданности, привлекать больше последователей. Ну, видимо, да. Как игруля сложная, на максимальной сложности ни разу не умер. В поселении все хорошо, пока что. Хижина, я так понимаю, это нормальное место для ночлега, которое разваливается лишь изредка. Ясно. Чаша для подношений. Чаша, где последователи могут оставлять подношения. Принеси грядки. Да я не понял, как это сделать. У тебя появилась такая запись на красном фоне. Due to the overwhelming interest in the cult, our servers are going through a rough patch. We're working on a fix. Нет, у меня не было. Чаша для подношений. Могут оставлять подношения. Тюрьма для заключения провинившихся. Лесопилка. Могут добывать дерево. Каменоломня. Домик миссионера. Здание, где можно снарядить в путь последователя. Миссионеры возвращаются с новыми последователями, пищей, дровами, камнями или монетами, если выживают. Ничего себе, если выживают. Пугало. Отпугивают птиц от участков земли в радиусе действия. О, может быть полезно. Меню стройки С. Блин, мне нравится чаша для подношений. Пускай оставляют. Птицы жрут посевы по КД. Ну, сейчас мы с ними потом разберемся. Молельня.
За незанятые молением последователи могут помолиться на протяжении дня и выразить свою преданность. Собирать ягоды именно мне надо? Сейчас надо бы поселением занять. Так, ты очень хочешь поговорить. Пути-пути. По населению даже ходить противно. Если не навести порядок, кто не заболеет. Эй, серьезно? Брать экскременты. Разве? Где? Ни одного не вижу. Починить. Так нет ничего. А, вот как ах. Убирай за ними. Блин, вот они спрятали свои какахи, а. Подальше в кусты отошли, то неплохо. А я обязан сразу на с него награду забирать или нет? О, это со звездочкой. Здесь больше, видимо, ягод получим. Так, надо приготовить пожрать, пускай покушают. Мы же можем заготавливать еду, да? Она просто будет лежать и... Ну, мы получили камелию и семен камелии. Почему? Кто сказал, что С? С ничего не делает. А, вот, изменить постройки. Все, нашел. Перенести участок земли. Спасибо, спасибо. Отменить. Вера, подношение, цена. Да, да, надо, надо, надо. Чаши для подношений поставлю рядом со своим балдежным храмом. Травы есть еще на 3 грядки. И я так и не построил для хранения семян, которые сеют фермеры. Вот что мне еще надо, иначе семена придется самому засеивать постоянно. Джеффин Хелли не сможет это сам делать пока что, да? Недостаточно? Ага, кто-то пожрал и в кусты убежал сразу. Да, коробку с семенами обязательно построю, и сап. Спасибо за ресап, Перч. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, спасибо. Что-то типа Донстарф? Нет, это рогалик типа Айзек Хейдес, что-то такое. О чем думаешь? Мы одержали победу, слава пророку. Никогда больше не подойду к этой стороне личности, при этом было пообщаться. Сила нашего братства растет. Мне уже казалось, что моя жизнь закончена. Давай, давай, поливай, я сам этим заниматься не собираюсь. Так, я хочу сходить рыбу, наверное, половить, да? Кроссинг рогалик. Купить облик, открытые облики. Новые облики для этих. Давай какой-нибудь купим. Рандомный наверняка, да? Рандомный. Олененок. Прям олень-олень. Не олененок, а прям олень-олень. Олененок у нас уже вроде был. Вы обнаружили новое место. Это плюс 25. Это он, да? Здесь можно дров насобирать, камней. Очень надо. Получить награду, которую желает дать вам пути. Вот не хочу пока.
проповедь, а я еще не убежал, поэтому, типа, с камней совсем нет на базе. Я же не пошел в миссию, я еще вернусь и сделаю проповедь. Или стоп, или раз в день, в плане, что после ночи она ресетается, а не раз в забег. Да, наверное, я тупой, сори. Кто посмел войти в священную обитель Света? Смотрите маяка. Ой, прошу прощения, свет маяка тускнеет, сколько бы мы ни молились. И корабли разбиваются скалы. Нет кораблей, нет паломников на священном пути. Ай, наша правопередводительница. Могла бы разжечь маяк, но мы не видели ее с той самой ночи, когда она вышла погулять по пристани. Мы умоляли ее остаться, напоминали ей о зубах во тьме, но она нас не послушала. Теперь нам остается лишь молиться, пока огонь на маяке не загорится снова. Слава всемогущему свету. Разжечь топку. 15 топлива, ясно. Один раз в день. Давайте попробую, типа, вернуться. Может, успею. Да, за проповедь качаются перки боевые, я понимаю. А ну все на проповедь, кто там спит, проснулись. День 7. Кажется, я успел. Сила праведных. Исходный уровень оружия получаем в начале каждого забега, повышается. Найс. Оп. Угу. Я могу прочитать только одну в день. Неужели не успел? Ладно, корона. Что там за сердце мы получим? А, это не за сердце, это за скрижаль. Для начала. Ну и сердце тоже вон оно там вставляется. Пропитание -1. Внушайте им почтение к хлебу насущному. Проповедуйте ценность земных благ. Труд и поклонение. Благословите их на преуспевании в труде и в любви. Убедите их в том, что смерть — это еще не конец. Объясните им, что значит истинное послушание. Труд и поклонение. Какое качество отличает добродетельных последователей? Доступ к особенности. Все последователи получают особенность «Твердая вера». Выражение преданности ускоряется на 15%. Все последовательности получают трудолюбие, скорость работы. Им не так прям много они работы выполняют. Ну, кроме тех, кто молится, поэтому «Твердую веру». Новая заповедь. Преданность — круто. Преданность — больше скрижалей. Больше скрижалей — больше... больше быстрой работы. Наделите своих последователей новой особенностью. Ваши будущие последователи тоже получат особенность. Она будет определять, как события влияют на веру. Так, корона. Погибнув в походе, вы можете один раз пожертвовать своим последователям, чтобы возродиться. Вы можете съесть еду раз в день и получить синее сердце. Сосредоточившись в походе, вы можете мгновенно вернуться в поселение. Для... если забег совсем плохо идет, вы получаете больное сердце в начале каждого похода. Подожди. Зачем нужно... вот это? Если есть вот это. Внутренняя тьма. Способность короны. В начале каждого похода вы будете получать больное сердце. Возможно, больное с одного удара умирает. Какая разница, оно жестко. А это что за темные сердца какие-то? Наносит урон всем врагам, когда получаете урон. Ну так, круто же. Офигенно, спасибо. Что за заповеди? Книга заповедей. Их можно посмотреть, почитать, да? Что у нас появилось? Охренеть, их тут много. Блин, ну, я понял, ладно, давай.
Мы с братом разлучились, когда шли через чащу. Я до сих пор не знаю, где он, что с ним. Может, у вас получится это выяснить? Найти Мабра. Ну... Принять. Подожди, ты мне вообще-то награду должен был? А, вот это Пути должен мне награду дать. Благодарю, моя вера в вас окрепла. О, плюс левел, да? Кусок скрижали или целая скрижаль, или... Да не, вроде кусок. Плюс вера... Или целая все-таки. Леший у вас босс? Ну, Леший это первый босс. А, перерыв. Ясно. Птица урожай жрет. Где? Спасибо, мои верные последователи. Пошел отсюда птица. Кажется, кто-то срать пошел. Неприлично подглядывать, но... Сори, мне надо убираться немножко. Монстра. О, работяги тут работают. Молится так нормально. Это что за елочка? Выкорчевать. А, или пускай растет, наверное. Че нет-то? Так, пойдем еще раз сюда. Когда же толчок будет, да, не говори. А, ты гляди, кого приливом принесло. Чё стоишь? Думаешь, сейчас тебя буду рыбу ловить? Совсем твои почитатели тебя разбаловали. Разбаловали. Забрось удочку. Ганбате! Как там Паймон орёт обычно? Видимо, кое-что ты всё-таки умеешь. Слушай, мы можем друг другу помочь. Мне на крючок иногда попадаются очень ценные вещи. Рыбе, то есть рыбаку, они ни к чему. А тебе может пригодятся. В этих водах обитают твари, которых очень трудно поймать. Я охочусь за ними уже много лет. Фа и то, да, фа и то. Сможешь их поймать, получишь мои сокровища. Принеси мне краба, омара, осьминога и кальмара. А пока вот возьми, просто как залог дружбы между двумя рыбаками. Вы можете найти рыбу у убитого врага. Ха, я понял. Так, еще немножко. Ой, что-то совсем плохо. Хотя... Блин. Вот рядом большая, да зачем мне эта маленькая? Я хочу эту гигантскую поймать. Я могу выбирать куда, интересно? Открыт облик последователя, рыбка. Мило. Блин, ну это, конечно... Сос. Краба поймал. Да, кстати, краб есть. О, давай, большая рыбина. Давай. Блин, маленькую мы только приманили. А вот и осьминоги. Блин. Ну ща она останется одна, и у нее не будет выбора. Когда жрать захочешь рыбу, это последователь. Опа! Это был тунец. И последняя рыбка. Отдать. Держи. Кальмарчика. Ага, неуловимый кальмар. Чудно-чудно. Готов поменять его на вещицу, которую я выловил лет 50 назад. Мне она не нужна. Кусок какой-то новый скрижали или что-то такое.
Принять. Крабик. Ого, ты отдаешь мне краба, смотри, что я тебе за него дам. Еле вытащил, думал, кит на крючок попался. Ну ладно, все четыре штуки он нам и выдаст, да? Смотреться в тьму. Нихера себе. Здрасте. Не стой на причале в одиночестве, маленький ягненок, кто знает, что может увидеть тебя в ночи. Ты не боишься? Это любопытно. А вот в чем дело, на тебе алая корона. Я помню, когда того, кто носил ее до тебя, он был труслив и слаб, а вот с тобой, думаю, мы поладим. Не желаешь ли ты заключить сделку еще и со мной, маленький ягненок? Не бойся, в моих условиях нет ничего про вечное рабство. Видишь ли, я хочу есть сильно, невыносимо. Принеси мне рыбу, большую рыбу, я у тебя ее на что-нибудь выменю по рукам. Давай. Ну, тунец гигантский. Замечательно, возьми эту вещицу и отвернись, я ем немного неаккуратно. Здесь ты меня больше не увидишь, но наши пути еще пересекутся под тенью лесов, под покровом ночи. Рез для накидок. Понял. Хочу эту елку. А, тут две елки, они не такие уж и большие, так что нормально рубятся. 7 бревен. Они опять сейчас ночь будет. Сейчас мы тогда утра дождемся, проведем проповедь. Да, наверное. И пойдем в путь. И еды им заготовим еще. Еды обязательно. Откровение. Хижину получше, чтобы не ломались. Лесопилка, камина. Мне кажется, лесопилка нужна, да? Уже. С деревом проблемы. World of Bosses в ТВ по сюжету или можно сразу идти? Можно сразу. Лови пауков ночью, это мясо. Тяп, тяп, тяп. 15 древесины требует лесопилка. Здесь дерева-то вообще нет. По сути. Паук. Да, мясо, я вижу. Это жареная рыба. Дает ценные материалы. Если зажечь еще маяк, может быть, дадут четвертую часть, может быть. Пока мои последователи спят, я готовлю им еду. Может, сами докопают. Последователям не хватает кроватей. Кто-то они сломались. Извините, мне просто хотелось сказать, что я вас обожаю. Блин, херово, конечно, дерево, древесину пришлось потратить. Так. А ну-ка все молиться. Проповедь, поехали. Тяп-тяп-тип. Вернуться. Идите, кушайте. Я вам еды наготовил. Кушают. Кто в кусты пошел? Признавайтесь. Я все вижу. Неприлично, но... Что поделаешь? Монеты, камни. Ага, отдали мне предметов. Все, делаем им еще две еды, чтобы они не голодали, пока я в чащу отправляюсь. И побежали один забег. Надо спасти здесь мабре. Чаще.
Одна цепь сломалась. Угу. Здесь была пролита кровь бога, здесь смерть больше не желает. Я не могу, по-моему, следующий этот регион открыть. Мне еще одного как раз не хватает. Погнали в чащ. Серхан, здорово. Опа, ты кто? Не помню тебя. Чувствуешь ли ты в своих щеках ветер перемен, окружающий нас мир преображается медленно, неохотно. Он просыпается после вековой дремы. Леший пал, поэтому все обитатели этого леса вступили в яростную борьбу за него. Одолеть их будет не так уж и просто. Интересненько. Перчатки бури с заточенными шипами носят больше урона с каждым ударом, но при этом бьют они довольно медленно. И бросок и хора 4. Зажать, прицелиться, черный хор. Ладненько. А, да, вот такое вот мы еще не видели. Красиво. Спасибо. Халявки. Подарок от нашего повелителя, судя по всему. Выносит дополнительный урон ядом. Это если у нас есть чем... Если есть возможность бить ядом, да? Я постараюсь оружие ядовитое найти. А может и не выпасть. Хер его знает. Да у меня хп дофига. С манекенов вначале тоже дерево дропает. Видимо, со всего есть шансы, что что-то... А, это так работает. Это неправильно переведено. Здесь не вы наносите дополнительный урон ядом, должно быть, а вы всегда отравляете врагов любым оружием. Ну как бы, you know. Нормально переведено, ну... Не знаю. Ничего не падает, чё-то. Природная красота видна даже в щепотке. Не дополнительный, а дополнительно, да? Прошение, помогающее последователю собирать больше материалов. Однако. Мне кажется, или справа на... от... Этого что-то было? Нет, ничего не было. Так, мне нужен последователь, да? На вопрос идти? Здесь последователь... Вот он, сюжетный последователь. Придется направо идти. Дерево нам нужно, но магазин не очень. А, сойдет. Быстрый забег будет. Нарубить дров. Ешкой. Ох, сколько дров-то. Ну да, всегда, когда не хватает какого-то ресурса, все можно нафармить в забегах. Прикольно. Улитку уже побил. Смотрю, о ком ты. Ракшаса, я продаю только самое свежее, лучше нигде не найдешь. Рыбку. Ягоды у нас и так дома растут. О, no. Я его убил. Простите. Прости. Лосось, 8 штук. Приятного аппетита. Фу, улитка. Не смей даже пальцем ее касаться. Ты про эту улитку? Не, видимо, я ее бить не собираюсь. Не знаю, даже если это самый сильный босс, я потом загляну еще. О, нет. Червь всегда голоден, он не может насытиться, он пожирает нас, но такова цена защиты. За спокойствие в наших лесах мы готовы отдать все. Что случилось в наших лесах? Очень странная
Магия у нас очень странная. С другой стороны, зонинг, контроль. Блин, вот это самый, наверное, неприятный. Арбалетчик тоже мерзкий довольно-таки. Стоп, нет, самое неприятное — это летучие мышки. Кто они там? Удар-прыжок, удар-прыжок, удар-прыжок. Хер убьешь. Проще всего в их сторону бежать. Мы освободили его брата, да, Мабра. В прошлой комнате мы пришли бедных гусениц. 186 костей, жесть. А я-то думал, что 25 костей на ритуал — это много. О, мясо на костре, ничего себе, жарилось. Круто. Еще в палатке, походу, мясо нашел. Че, он босс какой-то? А, переместиться, что это? Сразу к боссу, сложная вариация босса. Это повторное убийство лешего? Нихера себе, окей. Я устал предостерегать тебя, крошка. Окей. Для тех, кто не успел насытиться этой битвой, или... Вроде битва не выглядит усложненной, да? Забыл, что уже пошли. Шла новая фаза. Так, башкой он еще бить не начал. Ай, блин, куда плюнул? Непонятно. Уж башки я чуть не ожидал, конечно. Mm-hmm.
помоечку. Второй раз без урона. У него, кстати, тоже какая-то корона, видели? Такая зелененькая. Облик последователь. Какой зяйка у тебошечки. Кусок штуки и все. Получить награду, которую хочешь там здесь нам выдать, да? Ну окей. Какое первое впечатление? Да нормально. Сейчас ты смотришь на бессильного пленника, но когда-то я обладал безграничным могуществом. В эту юдоль скорби меня и низвергли епископы древней веры. Я пал жертвой их предательства. Каждый из четырех сковывающих меня цепей охраняет один из епископов. Убей епископа, и цепь порвется. Разбей все цепи, я обрету свободу. Я вернул тебе жизнь, Агнец. Ты передо мной в долгу. Подготовься, прежде чем вступить в бой с епископом. Принеси в жертву последователя и забери его жизненную силу, чтобы выполнить свое предназначение как можно скорее. Доступ к ритуалу. Кровавый дар. Вы приносите последователя в жертву, чтобы стать сильнее, а также открыть новые способности оружия. Чем выше уровень последователя, тем ценнее жертву. No! Можно, конечно, поприносить в жертву всех стартовых последователей, которых мы не называли сабами. Так, как у вас дела? Жрать хотят! Так, а ну... По-моему, кто-то там умирает без еды сейчас. Бля, все грустные какие. Вампирическое оружие, которое передает жизненную силу врага. Блин, ну... Давайте новых обилок возьмем. Надо же магию тоже открывать. Весело. Блин, ну я им даже оставлял еду. Типа, почему они такие голодные? Ну нет повара, не знаю, ну... Последователь заболевает с вероятностью 10%. Херовая еда, да? Кому-то достанутся ягоды. Извините, мне просто хотелось сказать, что я вас обожаю. У него какой-то квест. Поделись своими проблемами. Благодарю вас со всей души, мы с братом так рады были увидеть друг друга. А, это ясно. Кто будет братом? Асмус Диасу. Вы получаете веру, когда строите хижины и шатры. О, сейчас надо будет купить хижину и построить хижины. Ты их разбаловал, убирал за ними какахи. Теперь они хотят, чтобы ты их кормил. Нужно мне, совушка. Хорошо. Капс, что ли? Так, а у нас нет совы. У нас вообще из птиц есть только... Ничего. Можно благословить лап того перса, можно, наверное. Буду котиком. Вот этим. Хорошо. Котиком какого цвета? Ктулху почти птица. Рыжая. Вот этой. Хорошо. Выбор варианта... Классический. Принять. Если будет алкоголь, должен быть Сайгон. Здорово, Игнат, здорово. Так, чем работать-то будет? Рубить деревья, сделать землю. Мне кажется, молиться. Просьба выполнена. Последователям не хватает кровати. И это мы сейчас разберемся, пожи.
Вот бы кто ягоды собирал, да? Так, короче, чё мне нравится? Стоп, нет, ладно, кровать всё-таки надо построить. Я же могу, у меня есть откровение, хижина, поехали. Проблема в том, что у нас лесопилка нужна для хижин. Простые украшения. А, 5 дерева всего, так же, как и на обычный спальный мешок, найс. Подруга, здорово, спасибо за рейд, у меня 14 часов стрим. Плюс час получается. Здорово. Рад вас видеть. Как делишки. Привет всем. Фига ты псих. Но я проснулся случайно в 7:30. 8 подрубил Tower of Fantasy, что не было ошибкой. Сидел, стримил весь день Tower of Fantasy, ну а потом вышел культ ягненка. И мы пошли стримить культ ягненка, и у меня... 0 смертей. Мы уже убили первого босса дважды. Так. Да, о, можно прям заменить. Офигенно, улучшить. Да, здорово. Не хватает кровати, им прям вот вообще это не нравится. Блин, я начал заменять прям ночью. Ошибка. Так, товарищ. Огненную яму еще в КДшке. Да, боже мой. Ну и посос. Чат помогает или мешает? У меня не включилась Twitch интеграция. Просто почему-то не заработало. Почтение к хлебу насущному. Давайте, они достали. Я не могу, они слишком много жрут. Вы можете провести в храме ритуал, объявить пост. В течение 3 дней последователи будут обходиться без еды. Или вы получаете доступ к ритуалу пир. После пира голод последователей будет утолен, а вера увеличивается на 25. Так лучше пир. Новая заповедь. У них легло все, интеграции чинят. Ну, я понял, да. Блин, можно пир объявить, потому что нам нужно вот это вот. 75 костей, пир на костях. Ха. Стоп, а я не хотел его принимать, но... А, ну... Это он просто добавился. Они сейчас прям, ну, не сильно голодные. Я их только-только покормил. Кто же знал, что надо было делать так? Ну вот, упали спать просто на земле. Класс. А я для них сиди, строй. Ща кто-нибудь заболеет. Он проснулся. Кто там? А, спать пошел. Кто у нас? Компот, по-моему. А, нет, это свинка. Я забыл, кто у нас на свинке. Монстр. Она какая-то, она желтая была. Ну, пост я сейчас сделаю, я не буду их сейчас кормить. Теперь вот не... Ага. Это типа не выспавшийся. А. Это не выспавшийся, это... Там что-то компот и совушка поссорились, что-то поговорили друг с другом. Кому-то что-то не понравилось. Лежаки можно сделать. Ну, видишь, я вместо лежаков начал строить хижины. Ходи, убирай за ними теперь, когда поели.
Да, нужна лесопилка на самом деле очень сильно. Очень сильно нужна лесопилка, но у меня на нее не хватает, по-моему. А, хватает, найс. Поехали лесопилку. Как мне нравится этот мост, он такой забавный. Шахты должны быть где-то поодаль. Здесь, например. О, я еще какаху увидел. Какой-то квест. Прошу, выслушайте меня, говорю от лица голодающих, которым некуда больше податься, позвольте им служить вам. Обучить голодающих последователей. Что это значит? Принять, допустим. У нас плюс два последователя? Или что? Едрить! Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ Ягнёнка. Окей, лень. Скорость работы и выражение преданности понижена 10%. Последователь игнорирует проповеди отступников. Вот и пир пригодится, это точно. Истинный кот. Так, это хочет быть Хансю. Хорошо. Хансю, давай. Кем будешь? Облик, цвет. Есть, кстати, незанятые крутые пауки. И вот этот вот леший, по-моему, тоже не занят. Тут еще осел какой-то. Коровка. Давай павук, вот, крутой павук. Цвета у него, ну, цвета здесь всех, как бы, не знаю. Отличный, можешь так оставить, понял, базовый цвет, хорошо. Я могу ждать или нет? Не знаю, можно попробовать. Голодает. А, ну да, вот почему. Они голодающие. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ Ягненка. Да, давай. Сразу их покормим, да, прям мгновенно. Материализм. Получаете веру, когда строить хижины и шатры. Это я делаю. Последователь получает уровни медленней. Это, наверное, на дерево пойдет. Время жрать кости. Лисичка, да, кстати. Можно, кстати, Яну сделать. Да-ра-та-там, да-ра-та-там-там. Пу-пу-пу-пу-пу. Он ими не дал, как не дал? Нет, давал Хансю. Саб решает Сенсава только насмерть. Да нет, на самом деле. Вон Рикс очень хочет. Будешь, Рикс? Лисичкой будешь или что-то еще? Еще? Еще облики? Кем-то еще? Давай, держи, выбирай. Жаль, ли не занят. Та-ра-та-там-там. Рыбку темную какую-нибудь. Темную рыбку. Ну такая темненькая есть. Бля, какой-то грустный. Потому что голодаешь, наверное, да? Смотри, есть полосатые, есть просто вот такая. Такая вот, с бородой.
Я спать, а ты убирай. Кто-то в телегу, что ли, зашел через Boosty, походу. Серо-белую. Вот такое? Вот такое, наверное, да? Наверное, вот эту. Хорошо, Рикс, есть цинизм, подарки, страхижные шатры, хорошо. Нам сейчас нужны будут еще хижины и шатры. Мгновенно идем их кормить, потому что они супер голодные. Ритуалы. Поехали, пир на весь мир. Жрите! Жрите, мои последователи! И сразу проповедь, поехали. Проклятие культистов, усердие верующих. Вы можете получить 3 новых вида проклятия во время походов. Или максимальный запас усердия увеличивает, что позволяет нажить до проклятия. Не, давайте вампирическое оружие, звучит круто. Может быть, полезно будет во втором акте, потому что первый был супер легкий. Кто его знает, что будет во втором. Доп хпшка. Вот это пог. Так, нужны дома, да? Слишком мало. Хижин нету камней у нас. Не буду пока твою просьбу выполнять. Блин, ну понимаете, в чем проблема удобрений? Чтобы удобрить землю, нужно, чтобы ее полили. Давай, помогаю с камнями. Награды дает, а не квест. Ну, я понимаю, я не хочу его награду. Может быть, его награда это... Блин, не знаю. Оказали мне большую честь. А, не, его награда это, видимо, все-таки кусок. Надгробия, да? Так, можно еще что-то сделать, да? Одно откровение. Каменоломню теперь, видимо. Видимо, не видимо, а точно каменоломню. Отлично. Так, у кого-то новый квест, да? Прошу, не судите меня строго, мне всегда хотелось попробовать блюдо из экскрементов. Помогите исполнить мою мечту. Печеные экскременты, которые съест Пути. Ладно, чё, я не буду тебе отказывать, тебе уже недолго жить осталось. Заболеешь, помрешь, твои проблемы. Так, каменоломня. Где она? Она стоит... Это святилище. Место, где последователи могут превращать материалы в... Это в более сильные материалы, что ли, да? Могут добывать камень. Давай. Каменоломню рядом с этим... Рядом с лесопилкой. Блин, ну, кстати... Ну и насрали. Горит компот.
Вспоминает об испражнении за кустом. Ага. Мы отлично провели время за общим столом. Никогда больше не подойду к этой странной личности. Ага. Нужно, чтобы семена сам засеивал. Иначе я никак не буду успевать вообще никак. Не хватает же домов у этих грядок. Не хватает. Ну, нужны хижины. Несколько кимнолом, да понятное дело, но пару кустиков еще добавим. Не, подожди-ка. Когда я сделаю гребаные 10 камней на хранилище семян, жесть. Просто жесть. Еда из каках, минус 20 веры. Последователь начинает чаще испражняться с вероятностью 50%. Блюда, приготовленные из испражнений. Ну ладно. Его еще и готовить надо. Ты же это, да, идешь его жрать? Побежал, побежал в туалет, побежал. Чё с камнями у нас? Есть чё? Появились? Нет, не появились. Давайте тогда ещё пару лежанок. 4, 5, 6. Блин, очень мало. Ещё и дерева нет, нифига. 6 лежанок на 9. Я могу подарить кому-то из новеньких. Рикс, 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 Рикс. Тебе не надо спать теперь. Подожди, а чё ты там? Ты ленивый? Нет, ты медленнее уровни получаешь. Блин, или Хан... Не, Хансю ленивый. Хансю не хочу дарить. Но чё-то он работать сможет, раз ему не нужно спать. Или ему просто не нужна лежанка, я не помню, как это работает. Сделать подарок. Избавить от необходимости спать. Во, работяга, давай. Отдать, чтобы укрепить доверие и получить дополнительные материалы при сборе. Угу. Ой, он заболел. Ну, неудивительно. Вы оказали мне большую честь. Благодарю вас из всего сердца. Приказать ей что-нибудь отправить лечиться. Оп, два камня. А, это аж каменные блоки. Где-то еще могу дерево полутать. Камень тут могу, а дерево... Ой, там кто-то целуется, это монстры и один из рандомов. Сходи вниз. Туда, где дерево было нужно. Ягодный джем. Тухлая смесь. Проникается доверием с вероятностью 10%. Рыбу надо половить, видимо. Как игра пока, прикольно. Пока что очень-очень-очень балдежно. В этих местах свои собственные сундуки появились. Получить. Одному не нужно спать, так что и спальное место ему, видимо, тоже не нужно.
Скрижаль одна есть. Это же там, где корона? Нет? Перерыв, да блин. Пора за ресами, пора бы. Вообще еще во вторую локу бы, да? Так, я сейчас еще хочу вниз рыбку полутать, наверное. Может, здесь дерево какое-то выросло от тропа паломников? Нет, дерева здесь нету. Ну, рыба здесь есть. Нихера тут рыбы! Чё? Я могу выбирать, типа, в какую сторону? Пост уже не получится сделать, нет. Ну, может и потом получится попозже, но... Сейчас, кстати, с едой надо будет что-то придумать. Слушайте, я бы всю ночь здесь проловил, на самом деле. Еда очень нужна. Какой сервак вы пошли в Тофе? Блюмоус. Всю рыбу выловить можно, да. Можно, мы это уже делаем. Вон тунца легко поймать сейчас. Было, но я все просрал. Прикол в том, что пока... А, нет, пока ловим, день все-таки идет. Я... Ночь, вернее, идет в данной ситуации. Давай, тунец. Хочу приготовить пир из тунца. Вот же дерево. Рубить. Очень надо. Просто кустов ловить рыбу выгоднее. Наверное, да. Так, ну перед... Давайте сейчас сделаем забег в новую локацию. Надо 10-10. Нужно хранилище семян, наверное. Так, а что тут происходит? Отвратительное блюдо, ценные предметы. Вначале наготовим этого говна. Надо же было. Горелая пища превратилась в угольки, вы не сможете накормить этим блюдом. Придется выбросить. Сосредоточьтесь и приготовьте что-нибудь еще. Вот дерьмо. Брать горелую пищу. Возможно, нам реально нужен еще один пост. С пропитанием постоянные проблемы. Каннибализм. Все последователи получают каннибализм. Вера увеличивается на 5 от поедания мяса последователя. Вегетарианство. Все последователи получают вегетарианство. Вера не уменьшается при поедании травяных салатов. Ой, ну давайте вегетарианство. Не, каннибализм осуждаем. Это не наш культ. Мы кушаем овечий мех. Ягнячий. С нашего дивана. На нашем диване. Так, они уже успели в толкан сгонять, что ли? Пути больше не болеет, слава богу. Я не помню, чем ты, правда, занимался, Пути. Какая у тебя работа-то? Дерево рубить, наверное. Бля, я не знаю, где он. Да ладно, пускай сам решает. Все, я готовлю им пару блюд на будущее.
Блин, они его их сейчас, по-моему, сожрали. А я хотел запасы делать. Как смущается Хансю, бедняжка. Ой, наблевали. От рыбки-то. Все, побежали. Новая локация. Исследуем и потом идем спать. Я уже очень устал. Как будто свой спарк посмотрел. Зверя так ультята, да-да-да. Здесь была пролита кровь бога, здесь смерть больше не желает. А, стоп, ну так вот. Отворить дверь. Семь культистов. Зачем спать, гофтов? Все, на порту здесь все обратно. Земноводье. Наверняка довольно быстро будет. Первая битва. Вампирический кинжал 4. Жизнь передает жизненную силу. Жесть, еще и кинжал. Кто-то говорил, манекены можно сломать. Что-то наврали, походу. А это что за билка, не успел прочитать? Жабки. Ну, самонаводящиеся выстрелы, прикольные. Жестко. Билка супер жесткая. Блин, хижину же ломать, наверное, выгодно. Грибы. Пиписька. Заячья лапка. Вы можете найти более ценные предметы в сундуках. Все враги получают 2 единицы урона, когда остается половинка. Ну, очевидно, в начале миссии сундуки. Бей дальше. А, здравствуй. Глупая, жалкая, подлая марионетка алой короны. Из-за тебя погиб младший из нас, мы епископы древней веры. Наш долг — оберегать эти земли от еретиков. Керо-керо. Те, кто идет против истины, должны погибнуть от руки ее хранителей, лягуха на болоте. Грехи твои неисчислимы, и за них будут страдать твои верные последователи. Хансюк, где я? Что происходит? А, есть хочет. Хансю голодает. Жесть. Как хорошо, что я оставил еду, да? Ну, я оставил, но они ее, наверное, уже съели. Еще до этого. Какие-то супер жирнющие скелеты. Мне очень нужна трава, я же могу теперь их кормить, они же теперь вегетарианцы. Это ж прям халявная еда. Стоп, а чё я снизу, там еще лока была? Блин, возвращаться или нет? Возвращаться, конечно, хотя... Сердца просто на халяву лежат. Полный запас здоровья. Да, такого я еще не видел. Ща приду, накормлю всех травой. Интересно, эта локация долгая или коротенькая, как в начале были первые? Ну, не, супер коротенькая. Дерево или камень, что важнее? Или еда? Не, еды у меня хватает. Да, дерево. Что типа рог легаси игрушка? Ну это рогалик, да. Но тут больше Айзек Хейдес, типа того. Вернили ему алтарь.
За то, что он осквернил нашего последователя. Вы можете не получить урон. Да. Там все спят. У элитка взрывающаяся. Надо последний убивать. Жаба в каком-то каменном лабиринте. Кажется, меня продамажило. Ну вот. Я, кстати, не знаю, от чего там какие-то камни падали. Гасю. Крутая жаба. Плюется еще. Неприятный. Да, урон уже получен. Дважды. Да сдохни ты уже, я просто тороплюсь. А, да. Ну все, я тороплюсь. Вы погибли за веру. Это еще не конец. Минус половина собранных рез. Нет, минус все собранные резы, кроме мяса и камня. Жесть. А вот и первая смерть. Ну все, теперь точно пора отдыхать. Я торопился Хансю спасти. Отринь страх, ибо ты мой избранный пророк. И смерть не способна тебя остановить. Я буду хранить твою жизнь, пока ныне ты не исполнишь свое предназначение. Возьми все, что собрано тобой, ищи и вдохновляй тех, кто уверовал. Так ты обретешь силу. Иди вперед без опаски. Всякий раз, когда тебя повергнут ниц, ты восстанешь вновь с новыми силами. Тяп-тяп-тип-тяп. Тяп-тяп-тяп. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Следователь не заболевает, вегетарианцы. Подожди, а если они вегетарианцы, они мясо перестанут жрать? Нет. Rise and shine, my... My followers, rise and shine. Моя вера пошатнулась, я вижу, что вы нас обманываете, я всех об этом предупрежу. Инакомыслие. Сбунтовалось против вас, это произошло из-за низкого уровня веры. Инакомыслие распространяют о вас лживые слухи, другие последователи могут в них поверить. Перевоспитывайте инакомыслие и заключайте в тюрьму, чтобы вернуть на путь истинный. Или принесите в жертву, решение за вами. Друзья мои, веру надо поддерживать. Блин, он правда почти на третьем уровне. Ну прости, Пути. Ты был нашим первым последователем и стал нашим первым заклятым врагом. Прощай. Сердца верующих. Вы получаете половину сердца навсегда. Была бы у меня эта половина сердца, я бы, кстати, не сдох.
съел говно и стал казнен. Классная жизнь. Не говори. Так, товарищи последователи, не разбегаемся. Не разбегаемся. Собираемся на проповедь. Заповеди. Вегетарианство, да. Все. В лагере все более-менее нормально, я считаю. Ну так, сойдет. Насрали все. Обосрались от того, что пришлось убить одного из наших верных друзей. Тип-тип-тип. Так, ладно, все, тут можно бесконечно играть, слишком весело. Фу, да, да, не, прости, но не могу. Плюс час, это не для нас. 15 часов стрима. Сори. Сори. Ай, жестко. Первая смерть, конечно, в культе. Не просто первая смерть. Первая смерть ягненка и первая смерть нашего последователя. Уф. Тяжелый день. Посмотрели, блин, второй акт. Мы только из культа. О, культ офигенный. Культ офигенный. Тоф тоже залипательный, как и Геншин. Очень здорово. Друзья, спасибо всем, что смотрели. Я заканчиваю однозначно. Кому-нибудь закинуть рейд? Кому-нибудь закинуть рейд? Кому-нибудь закинуть рейд? А вон Рекви стримит культ. Можно... Можешь закинуть рейд в Рекви. Вот. Передавайте ему там приветы. Доброй вам ночи. Увидимся завтра днем, часов 12, наверное. Ну, вообще, на самом деле, раньше, может, в 11:10. Как проснусь, но хочу выспаться. Вот. Ого. Большущий рейд. 640 человек. Вот, признателен всем, кто был сегодня. Вас было супер-ультра много. Куча новых зрителей, наверное, новых фолловеров на Tower of Fantasy. Завтра продолжим в ТОФ играть сразу после Геншина, после 30-минутного. В субботу вообще в Геншине стрим разрабов. Короче, дел дофига. Ну и культ будем проходить дальше. Офигенная игруха, культ Игненка. Прям залипательный. Очень-очень понравился. Блин. Закрыл случайно стрим. Все, рейд передаю. Привет и передавайте. Плюс час минимум. Оближите Рекви. Если есть сабы. Сабы вроде есть. Не забываем облизывать этих сладеньких принимателей рейда. Все, давайте. Пошли отдыхать. Спокойной ночи. Пока-пока.